Что ж, я нашел невероятную находку. Это часы времени. Эй, всем привет. Выглядят они странно. У них просто какие-то палочки вместо цифр. И это ни в коем случае из-за нехватки моего бюджета. Ладно, именно из-за этого. Поэтому подписывайтесь на мой Boosty и взамен получайте крутые бонусы. Например, твой ник будет попадать в конец каждого видео. Но мы не об этом. Как же эти часы работают? Все просто. Стоит мне подумать о том времени, куда я хочу переместиться, и сделать вид, что я вращаю эти часы, и я перемещусь туда, куда я хочу. И с ними я могу даже останавливать время, но это я уже обсуждал в этом видео. Ну а теперь давайте замкнем круг и начнем. Так, нормально вроде. Погнали. Что ж, я нашел невероятную находку. Это часы времени. Эй, всем привет. Для начала давайте прямо сейчас отмотаем время назад, чтобы вы посмотрели, что будет, если мы коснемся друг друга. Для начала давайте прямо сейчас отмотаем время назад, чтобы... А, видимо, не надо. Ну давай, рассказывай, что как там в будущем происходит. А, да там вообще полная жесть, братан, бро, хоуми, йоу, брада. Ой. Ну, что ж, придется искать нового Бимона. А вот и я, новый Бимон. И давайте переместимся в будущее. Ну все же хотят увидеть будущее. Я тоже хочу увидеть. Давайте сначала переместимся на один годик. Так, ну, особенно ничего не поменялось, только стало темнее и луна какая-то слишком большая. Хотя я переместился в одно и то же время, 2 часа дня, ну да. 2024-04-06, ну да, все верно. Да ну на! Вы мне зачем крупным планом Землю показали? Это как с каким-то фильмом, все увидели и все сразу начинают спойлерить. Ну, как видите, Земля взорвется через один год, поэтому быстрее подписывайся, елки-палки, через год у тебя такой возможности уже не будет. А давайте по приколу переместимся в то прошлое, когда я только родился, и попробуем себя, ну, замочить, короче. Погнали. 05.02.2000X год. Ути, какой хорошенький мальчик. А кто это хочет стать ютубером через десятилетия? Кто? Кто? Ты? Получай, пизд... Ну, мы закончили. Ну, результат себя ждать не заставил. Ну ты, кретин, я теперь таким уродом вырасту. Да кто бы говорил... Ну да. Ну и напоследок сгоняю к динозаврам. Всем пока. Ребята, динозавры реально существуют. У них нет мозгов. А вот в этом видео мозги реально прокачаны. Смотрите по превьюшке реально. И спасибо моим подписчикам на Boosty, особенно подписчикам со звездочкой. Люблю вас и целую. Всем пока.